ждали, ждали мы урожай, и урожай есть, но фитофтора съела все кусты. Видите, что творится? Самые выносливые помидорки – это черри. И они разных размеров. Есть больше, есть меньше, есть вот такие малюсенькие. И довольно много, спасибо. Они такие же вкусные, как и те другие помидоры. Есть вот такие оранжевые, сочного цвета. Помидоры черри неприхотливы, и они сами размножаются. Падают на грунт и затем весной прорастают. А еще в июле было вот так красиво. Здесь проложено капельное орошение, но даже капельное орошение не спасло мои кусты. Жара, сухость и фитофтора погубили всю красоту. Но все-таки черри у меня есть, салатики из них тоже очень вкусные, и также вкусен и томатный сок. Ну а эти кадры можете посмотреть в моем фильме. Так было красиво. Молдова, Криково. Вот такая печальная у меня история.